20 июля 2019 год, Харьков. Наконец-то открыли эту часть сада Шевченко. У нас появился новый каскад. Старый, я так понял, приказал долго жить. Там фонтанчик еще. Сейчас подойдем ближе к лебедям. Для меня, Ир. Ну, сейчас, наверное, с мостика надо и поснимать. Да, ну реконструкция продолжается. Зоопарк дальше реконструируют уже который год. Народ ищу, конечно. Ну, в общем, совсем рядышком с Сумской и памятником Шевченко. Вся эта красота.
Да, ну красиво, что тут говорить. Людей просто огромное количество. Ну, суббота, выходной день. Парк Стрелка тоже, сквер, вернее, Стрелку тоже реконструировали. В принципе, можно и туда обрести. Сейчас будем пересекать 50-ю параллель северной широты. Есть такой знак в Харькове. Практически перпендикулярно Сумскому проходит. Уволил кого? Аллея звезд. Да, цветов, конечно, море. Запаха жалко. Видео не передаю. Туда я, конечно, с фотоаппаратом не пойду. О, а вот и Архангел. Даже два. Вот она, наша 50-я параллель. Леонид Быков. Еще пара примет харьковских. Оперный театр. И зеркальная струя. Да тут прям слет ангелов. Да?
Нет, ну ты посмотри. Опа, действительно слет. На прямом и переносном смысле. Я, наверное, пройдусь к парку Стрелка, скверу Стрелка, посмотрю, что там.